Привет, мои родные! Вы на канале «Как я тут поживаю?» Я Виталя. Приятного аппетита, кто сейчас завтракает или, правильнее сказать, может быть, уже собирается обедать, потому что время 12 час. Но я настолько была увлечена работой с утра, что даже не заметила этого времени. Но сейчас я хочу сказать немножко про другое. Я готовлю себе завтрак. Да, простецкая яичница – это такой холостяцкий завтрак. Я на что обратила внимание? Вот не знаю, насколько вам это видно, желтки у яиц очень маленькие, почему-то в диаметре. То есть само яйцо было обычного размера, а желтки какие-то небольшие. Яйцо покупное, магазинное, не свое. Я своих курочек еще пока не завела. Вот. Ну вот это меня очень сильно удивило. То есть в Мурманске такого размера яйцо дает и достаточно такой хороший желток. А здесь желтки очень-очень маленькие. И цвет какой-то интересный. Вот эти вот посветлее справа. А вот это прям, даже вы знаете, оно на самом деле гораздо ярче. Оно такое прям темно-оранжевое. Ну, в общем, все, что хотела сказать. Приятного мне аппетита. А вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь и будете в курсе. Всем спасибо и пока. До новых встреч.